Вы смотрите обзор товара топор плотницкий 1000A, 08714. Ссылка для покупки находится в описании под этим видео на YouTube. Плотницкий топор Гордына 1000А предназначен для различных небольших работ с древесиной. Лезвие топора со специальным покрытием обеспечивает меньшее трение и легкое расщепление древесины. Геометрия лезвия специально разработана для работ с древесиной. Армированное стекловолокном топорище делает весь топор легким и надежным. Точка равновесия, расположенная близко к лезвию топора, что обеспечивает идеальную сбалансированность и распределение веса. Сочетание оптимизированной формы лезвия и легкого топорища концентрирует мощность в момент расщепления, обеспечивая легкость работы. Функция кувалды позволяет легко и эффективно вбивать клинья. Особенности. Гарантия 10 лет. Высокое качество Гордына подтверждается 10-летней гарантией. Удобный и безопасный. Топорище эргономичной формы с компонентами из мягкого пластика для удобного и надежного хвата. Топор универсальный. Отлично подходит для волки небольших деревьев, обрубки веток и сучьев. Функция кувалды. Позволяет легко и быстро забить пластиковые, деревянные или алюминиевые валочные клинья. Технические характеристики. Покрытие кромки есть. Длина 45 см. Общая масса 1000 грамм. Масса лезвия головки топора 700 грамм. Производитель Гордына, Германия. Если вы смотрите этот ролик на YouTube, то заказать товар можно по ссылке, которая находится в описании под этим видео.